Всем привет! Если вы устанавливаете Windows 11 виртуальную машину, неважно там Hyper-V, либо может быть VirtualBox и так далее, то с большой вероятностью при использовании оригинального образа вы получите сообщение: запуск Windows 11 на этом компьютере невозможен, этот компьютер не соответствует минимальным требованиям. Суть в том, что в виртуальной машине у нас нет модуля TPM 2.0, несмотря на то, что он есть в системе. Также теоретически может быть отключена безопасная загрузка в виртуальной машине. Но это, в общем-то, легко решается. Здесь показываю как. Для этого не нужно вам пересобирать образ, делать его без проверки TPM. Можно все сделать гораздо проще и быстрее. Итак, смотрите. В программе установки можно уже на этом экране. Нажимаем клавиши Shift F10 на клавиатуре. Иногда на ноутбуках это бывает Shift FN F10. И по порядку вводим следующие команды. Команды все укажу в описании под видео. Первая команда отключает проверку наличия модуля TPM 2.0. Нажимаем Enter. Вторая команда отключает проверку безопасной загрузки, также будет указано в описании под видео. И еще одна команда, которая теоретически может понадобиться, она отключает проверку наличия достаточного количества оперативной памяти. В случае, если у вас в виртуальной машине, вы там выделили, например, 1 гигабайт оперативки. Также нажимаем Enter. Так, у меня здесь какая-то ошибка вышла, неправильно команду сам скопировал, не хватает буквы. Итак, готово, операция успешно завершена. Далее. Как обычно, продолжаем установку, и в этот раз у нас все должно пройти успешно. Проверяем. И, собственно, вот, как видите, установка идет. До этого была на после выбора версии Windows уже ошибка. В данном случае нету, и можно, в общем-то, устанавливать. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Удачи вам!